Повесть «Метель» была написана Александром Пушкиным в 1830 году, в золотую пору творчества, вошедшую в историю под названием «Болдинская осень». А основой оркестровых иллюстраций послужила музыка Георгия Свиридова. По словам экспертов, эти звуки полностью передают дух пушкинской повести. Это продемонстрирует Сочинский симфонический оркестр совместно с чтецом. Музыкально-литературный вечер состоится 22 января в 19 часов в органном зале.